парафраз на тему песни из кинофильма «Карнавальная ночь» исполняет ансамбль «Мелодия». Доброе утро, Александр Анатольевич. Здравствуйте, добрый день, Михаил Михайлович. Что это? С наступающим. А, извините, вас так же. Благодарю. Пожалуйста. Вот вам почта. Утренняя? Ну, конечно. Что пишут? Любопытная открыточка из города Ширвинтес. У меня есть для вас сюрприз. Вот открытка из города Державинска. Серьезно, вы не шутите? Я не шучу. Есть такие города? А как? Показать? А во что, карты с собой? Что ж, я на утреннюю почту без глобуса, что ли, пришел? Пожалуйста. Вот, я уже где-то... Вот, пожалуйста, Казахская ССР. Да, город Державинск. Вот, правда. Пожалуйста. А где это? А это вот. Видите? А около Вильнюс, вот Ширвинтес. Ничего, что мелкий масштаб? Ничего. Что пишут? Ну вот из разных городов пришли открытки с пожеланиями. С вопросами. У меня масса ответов. Вот. И просят дать какие-нибудь полезные новогодние советы. У вас есть совет? Да, у меня как раз. Например? Например, первый совет – посмотреть сегодняшнюю утреннюю почту. Мне посмотреть? Вам тоже. Музыка Тарга, слова Карма, часы. Поет Марью Ляник. Бывает порою, что мрачным и плоским. Забилась надежде и стала солнечным утром, что любишь меня ты, что любишь, как прежде, скажи мне в эту минуту по кругу спеша. Александр Анатольевич, тут очень много интересных вопросов. Давайте. К вам. Давайте. Скажите, пожалуйста, Новый год – это мужской праздник или женский? Женский. А почему? Ну, потому что...
В этот день мелко режут, шинкуют, парят, готовят, гладят, фаршируют, пилят, выпиливают. Да, в общем, готовят. А это для них всегда праздник. А мужчины? Мужчины более сильны в теории. А в практике? А в практике они тоже более сильны в теории. Танго. В сопровождении ансамбля «Арсенал» танцует Илза Лиепа и Владимир Моисеев. Постановка Эльвиры Болдановой. Персональный вопрос. Угу. Дорогой Юрий Николаев, как это... украсить новогоднюю елку? Это вам. А почему не вам? Написано Юрий Николаев. Ну, ну хорошо. Значит так, елку на... У вас, кстати, елки нет с собой? Что ж, я пришел на утреннюю почту без елки, что ли? А, благодарю вас. Елку надо начинать украшать с верхушки. Угу. Для того, чтобы на макушку повесить игрушку. Это там... все стихи, да? Это случайно. Игрушка, макушка, верхушка. Случайно. Ну, приятно получилось. Ну, все-таки фамилия такая поэтическая. Да, Державин. А, вы имеете в виду вашего предка? Да. Значит так, для того, чтобы повесить игрушку на верхушку, надо забраться на макушку, а под елку подложить подушку. Вы не унимаетесь. Это я случайно опять, Александр Павлович. Ну, хорошо, матрас. Надо вот положить, другое дело. Положить под елочку матрас. Зачем матрас? Это чтобы куда было падать. А зачем нужно сверху-то? Можно снизу начать. Поставить здесь Деда Мороза. Ну хорошо, поставим под елку два Деда Мороза. Как два Деда Мороза? Ну, одного вы раздавите, когда будете падать с верхушки. Зачем падать? Ну падать-то. Можно же удержаться. Вот для этого нужна люстра и гантель. Ну люстра, я понимаю, чтобы было за что хвататься в критический момент. Да. Гантели? Ну гантели, потому что с вашими руками без занятий гантелями 3 минут не провисишь на люстре. С моими руками? С вашими. Да? А в вашем возрасте вообще нужно осторожнее в телодвижениях. Ну, я и так стараюсь быть осторожнее. И в спорте. В спорте, да? Да. На коньках там? Ну. На лыжах? Да. На саночках? И на воде. Фрагмент из кинофильма «Трое в одной лодке». Пора осенняя близка, дождем набух
утром клены клонятся, а нам все время помнится. Нежная река, тихая река, добрая река. Пускай опять издалека к руке протянется рука. И к месту встречи памятной опять она поманит нас. Нежная река, тихая река, добрая река. Пройдут года, пройдут века, всегда под солнцем будет так. Две лодки где-то встретятся и радостью осветится. Нежная река, тихая река, добрая река. Вот конкретный к вам вопрос, Михайлович. Как приготовить новогодний торт? Я к этому вопросу готовился. Значит так, мы берем для новогоднего торта... Михаил Михайлович, всего... а давайте, знаете, что сделаем? Вместо того, чтобы слушать, как вы будете готовить новогодний торт, давайте вместе с вами послушаем какой-нибудь музыкальный номер. С удовольствием. Шуточная песня «Танцевальная диета» исполняет ансамбль «Апельсин». Михаил Михайлович. Я здесь. Конкретный вопрос. Михаил Михайлович. Я здесь. Не конкретный вопрос. Ага. Вот наступает Новый год. Что бы вы лично хотели пожелать своим коллегам-артистам в наступающем году? Дорогие друзья, артисты. А что, если вы этим поделитесь в театральной гостиной? Было бы логичнее.
Вот конкретный вопрос. Дорогой Михаил Михайлович, вы любите кино, мы это знаем. Да. Что вы ждете от кинопроката в 85-м году? Я хотел бы видеть на экранах... Мне кажется, что Эльдар Александрович Рязанов в «Кинопанораме» ответил бы на этот вопрос более обстоятельно. Логично. Вот очень точный, по-моему, вопрос. Чем бы вы хотели поздравить наших очаровательных женщин в 85-м году? Лично я какой-нибудь, может быть, новый... А что... Приберегите это до 8 марта. Приберегите. Логично? Вопрос моды. Здесь очень много вопросов относительно моды. Мода 85. Вот на вас я вижу бантик. Расскажите что-нибудь, как вы себя видите в силуэт 85. Ну, прежде всего, я думаю, что... Но правильнее было бы, чтобы вы об этом рассказали в передаче «Больше хороших товаров». Угу. И, наконец, здесь очень много телезрителей спрашивают. Михаил Михайлович спрашивает, а какая ваша любимая телепередача? Моя? Ваша. Вы только меня не перебивайте, я не могу высказаться. Моя передача, любимая, это... Михаил Михайлович, да, я здесь. Конкретный вопрос. Михаил Михайлович, да. Скажите, а вы поете? Ну, пою. Вы поете? Пою. Ну, давайте, давайте сейчас послушаем вместе с вами профессионалов. Русская народная песня «Пойду выйду на улицу» поет Екатерина Шаврина. Знаете, что масса претензий к исполнителям, которые поют под фонограмму? О, это ужасно. Зрители обижаются, что видно, что человек не попадает в свою фонограмму. Да. Зачем? Надо честно сказать зрителям, да, я пою под фонограмму. Вы, да? Вообще, я говорю об исполнителе. А, хорошо. Да, а то что же догонять себя? Потом, есть масса сейчас телеэффектов. Договориться с телережиссером, чтобы как только видно, человек не попадает под фонограмму, телеэффект, правильно, понимаете? Да. Человек отвлекается на телеэффект, зритель. Ну, и не видит этой вот артикуляции. Да. Вы вообще поете под фонограмму? Я никогда. Я никогда. Дайте нашу фонограмму. Сейчас вы начинаете. А вы? Вот начинаете вы. Есть у нас один моряк, он скитался в тех морях, где не плавал ни Колумб, ни Беринг. Видите, попали. Шел он в Арктике на дно и тонул на юге, но выходил всегда сухим на берег. Помогайте, не слушайте свои фразы. Он проплавал много лет, видел старый новый свет. Не боялся шторма он и шквалов. Что ему девятый бал? Ну а кто, я? Что ему десятый бал? Он и в бурю напевал, бывало. Дили-дили-дили-дили-дили, дили-дили-дили-дили-дон. Мы ли Филиппинами не плыли под столом? Дили-дили-дили-дили-дили, дили-дили-дили-дили-пам. Мы ли чтобы штили не ходили в Силан? Кто сейчас? Я. За что должен знать матрос? Будьте любезны, побольше эффектов, то, по-моему, совершенно изменится. Нет, тут танец, танец. Вот, вот танец.
Танец это наше спасение. Весел был всегда моряк. Побольше эффекта. Вот что-то видно. Мне эффект не нужен, я и так попадаю. День вот один. Ночь в любое время суток. Не важно. Что это за пузырек? Пузырек это эффект. Потому что был он смел. Вы пойте, пойте. Грустить он не умел. И не мог он. Смотрите, какая штучка летает. Что тут не до артикуляции. И всегда, и всюду он был друзьями. На вас, он вот. Хотя под парусом по свету. И друзья, вот, вот, и корабли, вот, все совершенно ему на помощь шли. Спрячьтесь, спрячьтесь за него. Песню эту. Вот. Так еще. Мы филиппинами не плыли, как горы. Мы в штурмцели не ходили, сила. Вот тут финал. Ну все, что должен знать матрос, командир, и Ростов, Христос. Кто не знает, кто не понимает, бам-бам. Опять танец. Вокальный дуэт «Мэйвуд», Голландия. Иван Михайлович, да. Вот, наконец, конкретная просьба. Просим практических советов. Практических советов. А не словесных, да. Да. Вот вы человек рукастый, да? Да, люблю мастерить. Вот вам практический совет. Mm-hmm. Так, пожалуйста, возьмите лист бумаги. Пожалуйста. Так, ручку. Клей. Клей? Клей. Суперцемент подойдет? Подойдет. Вон. Две луковицы. О, как раз у меня две луковицы. Пожалуйста, положите. Ножницы. Ножницы. Так, сложите листочек вдвое. Аккуратненько. Хорошо. Проведите две параллельные черты. Две. Две. Покажите телезрителю. Хорошо. Так, луковицы уберите, они нам не пригодятся. Угу. Очень хорошо. Уберите цемент, он не нужен. Вот. Ножницы уберите. Ножницы. Аккуратно положите листок и сверху положить черепаху. Что? Черепаху сверху. А у вас что, с собой черепаха? Слушай, на утреннюю почту без черепахи что-то решил? Положите. Лена. Леночка. Что получилось? Не знаю. А кто знает? Не знаю. И я не знаю. И никто не знает.
Вот вам совет. Никогда не пользуйтесь советами, если вы не знаете, что из этого получится. Матецкие слова Танича. Гороскоп. Исполняет ансамбль «Веселые ребята». Со времен прекрасной Пенелопы мы свои читаем гороскопы. Да, 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 да. Но дают, как правило, планеты очень ненадежные советы. Да, 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 да. А у нас с тобою все в порядке. Нам до гороскопов дела нет. Мы друг друга любим без оглядки. На расположение планет. Мы с тобой по звездам не гадаем и, как говорится, совпадаем. Да, 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 да. Ну а если кто любить не может, гороскоп им тоже не поможет. Да, 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 да. А у нас с тобою все в порядке. Нам до гороскопов дела нет. Мы друг друга любим без оглядки. На расположение планет. А у нас с тобою все в порядке. Нам до гороскопов дела нет. Мы друг друга любим без оглядки. На расположение планет. Ну что, вы ответили на все вопросы? А вы все посоветовали, Александр. А у вас нет желания поздравить телезрителей с наступающим Новым годом? Конечно, есть. Тогда разрешите, я поздравлю. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Это что? С наступающим. Фрункин, слова Плесковского, «Ярмарка чудес». Исполняют Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Со сказками все дружат, и сказки дружат с каждым. Они необходимы, как солнышко, привет. Кто любит слушать сказки, тому они расскажут о том, что может было, о том, что может было, а может быть и нет. Сказки, сказки, ярмарка чудес. Мир волшебный, разноцветный лес. Крылья сказок тихо-тихо шелестят. Значит, в гости к нам они летят. Здорово, что в сказках все сложно и несложно. Конец у них счастливый, недолгая беда. А то, что необычно, и то, что невозможно,
Обычным и возможным, обычным и возможным становится всегда. Сказки, сказки, ярмарка чудес. Мир волшебный, разноцветный лес. Крылья сказок тихо-тихо шелестят, значит, в гости к нам они летят. Сказки, сказки, ярмарка чудес. Мир волшебный, разноцветный лес. Крылья сказок тихо-тихо шелестят, значит, в гости к нам они летят. Над передачей работали Владимир Мельников, Андрей Цвинтарный, Эдуард Черняев, Марат Ларин, Ефим Рацимор, Василий Комарьков, Лидия Прокофьева, Татьяна Воронько, Владимир Алексеев, Юлия Пахнина. Вели передачу артисты Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и Михаил Державин.